Всем добрый день! Сегодня будем шить вот такую интересную курочку из ненужных маленьких лоскутков ткани. И ткань утилизируем остатки, и сделаем вот такую прекрасную курочку. Итак, выкройку я сделала. Все размеры вы видите. Можете приложить бумагу к монитору и обчертить. Если такой возможности нет, сантиметры указаны. Ну а где не указаны, специально сделала на миллиметровой бумаге, вы все разберетесь. Как удобнее всего сшивать маленькие детальки. Если когда мы шьем большие какие-то вещи, мы выкраиваем, а потом сшиваем, то здесь делаем наоборот. Обчертили. Теперь прострачиваем. И потом только вырезаем. От строчки отходим, там буквально 5 миллиметров, и вырезаем. Если ткань у вас темная, и ваши линии, у меня самый исчезающий маркер, не видны, то можете просто наложить, даже прикрепить слегка эту выкройку. Например, клей-карандашом. Прострочить и потом вырезать. Некоторые операции буду делать молча, чтобы видео не было слишком затяжным.
курочка наша полностью готова. Вот такая интересная получилась курочка. Ее можно использовать как украшение праздничного пасхального стола. Ну а если сделать гребешок покрепче, клювик покрепче, допустим, из ткани, а не так, как у меня, это значит с фетра, это с фоамирана. Сделать покрепче из ткани и прям вот пришить. Тогда можно использовать как игрушку для маленького ребенка. Ну, я, конечно, на одной курочке не остановилась. Чтобы ей было не скучно, сделала еще одну курочку. В клеточку, а крылышко и хвостик беленькие. Вот так вот использовала совершенно маленькие ненужные кусочки ткани. И получились такие интересные курочки. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.